Чебоксарах выбрали самый лучший класс. Городской конкурс среди начальных классов проходил впервые, но в нем уже приняли участие 42 коллектива. Кто из них самый классный? В нашем репортаже. Чтобы попасть в финал конкурса «Самый лучший класс», участникам нужно было снять о своем классе видеоролик, а еще представить в Центр мониторинга и развития образования портфолио с грамотами и дипломами. Только затем 20 финалистов приступили к подготовке итогового творческого выступления. Ребята признаются, учеба в апреле отошла на второй план. Иногда даже задерживались до 9 часов вечера, тренировались, делали ошибки, но ошибки все делают. Там... Чили. Обратите внимание, что у нас есть символ нашей школы. Это один лепесток – это дети, второй лепесток – это родители, и третий лепесток – это учителя. Выступление мы готовились все вместе, дружной командой. В жюри конкурса – педагоги школ, вузов, актеры, журналисты. Удивить их каждый класс старался по-своему. Активные номера, стихи и песни были в программе каждого класса. Но вот далеко не все участники могли похвастать четким маршем или трогательным вальсом с папами. Организаторы планируют сделать городской конкурс «Самый лучший класс» ежегодным. Финал получился ярким и зрелищным, а конкурс сделал классы участников еще дружнее. Самым дружным классом считается класс, который добрый, активный, который везде участвует и радостный, чтобы никогда в нем не было ссор. Лучшим классом города Чебоксары стал 4-й А начальной общеобразовательной школы номер 1. На своей странице в социальной сети ребята уже выложили победную речевку. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика.